Вот Винница вас ждет, ждет Киев, ждет, блин, все ждет. Не, ждет Одесса, ждет курортная. Да, и ждет Павел Одесса, Федорович. Ждет курортная. И ждет Павел Федорович Торнадо с приездом в курортное сегодня. Паша прибыл. И мы приветствуем. Добрый день, Пашенька. Привет. И вот работа уже идет, смотрите. Вот уже вы понимаете, что... стоят, сейчас включаем усилители, все включаем. Так. Вот. И запускаем процесс. Вот смотрите, палатка. Я забыл, как... Сейчас разберемся. Тут кнопочки просто есть, такие волшебные кнопочки. Где-то кнопка. Ури! Где кнопка? Ури! И Орешек Продакшн представляет репортаж, морской репортаж уже второй, но он спонтанный, мы не думали. И вы представляете вот эти сумки, колонки. Колонка у нас одна и две колонки. Новая почта. Бля, это крутая реклама новой почты. Но они действительно нам помогли, да, Паша? Да. Я вот у Паши сейчас спрашивал и удивился сам. Вы представляете, вот... Раньше, когда доллар стоил 8 гривен, платил мой друг, платил 3000, чтобы доставить аппаратуру сюда. Платил. Когда мой Игорь приезжал сюда 10 лет назад, платил тоже около 3000 на машине. А сейчас это стоило, вы удивитесь, это вообще 500 гривен, с 500 гривен, представляете? Со всеми делами. Из Киева новая почта, здесь в селе Приморском, кстати. Сейчас в этом году открылось отделение новой почты, село Приморское, которое я вам показывал. И вы представляете, за 500 гривен, вот позвонили, да, тебе, Паша, как по телефону сказали? Ну да, по телефону, говорят, что мы приехали. Приехал, а смс-ки приходят, все, говорят, да вы шо? Где ваш груз находится. Все, офигеть, все под контролем. Я приятно удивлен, вот, пожалуйста, вам турбаза, Приморск, колонки. Сегодня уже будет вечер, 25 число, так сегодня, Паш? Да, да. Ну, слушайте, ну это... Коронавирус давит. Так, что там давит? Давит мы кого? Не слушайте, ну класс, обстановка. Сегодня мы запускаем музыкальный вечер. И тут есть именинники, тут есть сегодня уже ну, наши работники. Поэтому ну, будем стараться не громко, но извиняйте. Все с предосторожностями, со всеми проверками. С мерами безопасности. Полтора метра танцуют друг от друга. А как танцевать медленный танец, Паш? Они будут сегодня? Метра всегда соблюдать будем, так, на расстоянии. Так, медленные танцы будут на расстоянии. Так что аппаратура здесь, это очень важно. Павел Федорович Сумин с 2007 года вместе с Орешкой Продакшн, именно здесь, в курортном, с базы отдыха Приморск. Мы тут и познакомились, так же, Паша? Это же да, наша да, история да, приятная. Первый год наш работы был здесь, Борис Нович Береговой. Город Киев также. Это наш вдохновитель, руководитель. Это не космонавт. Нашей группы. И не летчик, да? Не летчик, музыкант. Музыкант. Да. Вот сейчас проходили еще люди до этого. И для кого будет музыка? Никого. Уже все. Начинают люди приезжать. Начинают. Будут люди. Мы надеемся на это. На отдыхающих. Мы персонал, да, мы... Готовимся к сезону. Так, ну столовая, давайте тогда, да? Бегал обзорчик, сделаем столовой турбазы Приморск. Уже работает, кухня есть, повара есть, все есть. Есть цены, о которых вы, может быть, узнаете чуть позже. Пока про цены я вам не скажу, потому что, ну, рано еще. Есть, давайте я вам покажу так, вскользь. Приятного аппетита, смачного. Так, вы смотрите, класс, слушайте, вот именно здесь, вот там мы кушали, столик наш был, нет, как мне приятно, класс, смотрите, новые скатерти, блин, действительно новые, свежие, все, смотрите, я все вам говорю, как есть показываю, я же не готовил это все, вы же понимаете. Пока никого нет. Смотрите, тут зал есть. Ё-моё. Тут на вообще турбаза на 600 человек. Представляете? На 600.
сейчас пока еще мало людей, но все там кто-то что-то делает. Блин. Мозаика. Это мозаика крутейшая. Это, блин, лайк ставьте быстро все. Кухня работает, все есть, все меры безопасности есть. Смотрите, читайте. Все сертификаты там, кому необходимо, есть. Читайте. Там зал, VIP-зал для офицеров тоже есть. Зеркала все чистые. Так, ну это вообще супер. Секретная съемка от Орешков. Эти столы, вот я за этим столиком кушал много лет. Вон за тем дальним углом. Тут VIP-зал, все есть вообще. Слушайте, ну приезжайте бегом, билеты на курорты. Блин, все красиво. Класс, я показываю моим друзьям, тут действительно все классно. Катюша, ну столовая готова, новые скатерти, все, так я вижу. Ну два слова скажите. Люди смотрят, переживают, что тут делается, как? Два слова скажите. Все работает? Кухня работает, повара. Катя шеф-повар, так, Катюш? Ну, стесняются девочки. Ну, не при... ну, видео бывает, знаете, не всем нравится, как я выгляжу, там начинают переживать. Ну, рабочие, видите, в шапочке. Катя в шапочке, в перчатках. Ну, покажись еще. Маска есть, все есть, маска. В маске, видели, в маске была Катя. Так, ребятки, вот турбаза Приморск, пожалуйста, столовая. И Орешка Продакшн представляет. Там Пашечка сейчас будет. Мозаика, это все наше, советское, родное, ценное, бесценное. Слушайте, класс. Блин, кто же это делал? Кто люди? Где вы? Эти мастера. И воздух свежий, проветренный, настоящий. Смотрите, шторы, тюли. Цены здесь приемлемые, потому что по прошлым годам, я знаю, здесь будет бар, ресторан. Он уже есть. Блин, уже напитки есть, какие классные. Офигеть, колоночки. Все супер. Дорогие мои, здесь умывальники, тут уборная. Ну, в общем, я не думал, что такое получится видео. Я тут сам впервые, вот здесь. Уборная. Так, я к Паше напомню, сейчас Паша скажет мне. Халявщик, не партнер. Ну я партнер, Паша, партнер или халявщик Орешек? Вот партнер, вот видите? Это очень важно, потому что, знаешь, я удивил. Ну я бегаю с камерой, многие думают, что это не работа, это же тяжело тоже. Слушай, все, новые скатерти, Паша, все новое, я удивился. Да, все, столовые. Спасибо, так хорошо, я просто не был тут уже 5 лет. Да. С определенным расстоянием, все как полагается. Блин, представляете? Приемку пищи, все будет, все хорошо. Приезжайте, приезжайте к нам. Так, сегодня мы играем, поем, танцуем, да. Здесь. Видите, средь бела дня, мы не вечером, не ночью, мы приглашаем со всеми предосторожностями. Маски берем? Да зачем? Ну, маски. Ну, свежий воздух, он же лечит. Но говорят же, что йод помогает, правильно? Да, да. Морской воздух. Поэтому маски можно оставить дома. Ну, в карман положите. Все, Пашка, мы сделаем это репортаж. Я Максима позову. Максима, да, чтоб кнопочку. Так что, один человек. Вы поняли, да, все? Смотрите, как здесь, какие бантики. Вот, а Березка, Березка кафе, вот кто-то, может быть, да, путает, где мы находимся. Это у столовой. У столовой, едальня. Это столовая, едальня. И здесь это уберется, это роликовое ревью. Уберется все. Дрова, шашлык, мангал, вот видите, здесь готовятся. Дрова сухие, дождей тут не было, кстати. За дождями тут скучают местные жители. Поля и огороды высыхают. Это очень обидно и досадно. Давайте березку покажу. Игорек Орехов. Игорешка, вот. Такая березка, действительно, Игорек здесь 4-5 лет был музыкантом, работал вот на этом месте. Я вечерами подходил. Беларусь, вы помните, Молдова, Украина, Россия тоже в те годы приезжали.
Это были 2007, 2008, 2009, 2010, Питер, Москва. Были здесь. Очень приятные воспоминания, ребята. Ну, такая ситуация, конечно, жаль, что там. Столики, страус, вы помните, Танюшенька. Здесь мы все вот. Тут столик стоял у нас. Вот в этих вот. Сережа. Не страус, а Сережа. Да, это история наша. Это мы уважаем, любим, ценим. Почему березка? Вот смотрите, раз березка здесь, да, растет. Раз березка. Два уже такая березка скромная. Три, четыре, пять, шесть. Много здесь знакомств было. Здесь, кстати, познакомился и Паша с Леночкой. Вот Павел Федорович и с Леночкой тут познакомились на этом месте. И подружились, и семья прочная создалась. И дай Бог всего хорошего вам, ребята. Представляете, вот кто-то, знаете, там в 50 лет думает, что уже поздно, в 60. 50 – это самый рассвет жизни. Ну как вам? Такой репортаж по настроению, спонтанный для вас. Не хватает мне подписчиков. Но пока это все бескоштовно. Это все для вас, для настроения вашего. Ну и для моего тоже. Потому что мне это нравится. Пока. Пока нравится. Я думаю, что будет нравиться еще долго. Ну, здесь бильярдный стол стоял, если вы помните. Вот здесь вот. Тут вход, холодильнички стояли. Тут танцевал также Орешек. В этих вот штучках фонтанчик, да, уже чуть подкис. В общем, такой обзор, такой вот получился обзор дневной сегодня. Второй морской обзор турбазы Приморск. Провода висят, мы, конечно, это все поправим дело. Понятно, что первые дни, пока воздух есть морской. Валентина, птички, все есть, цветочки, цветет, пахнет. Отдыхающих маловато, в основном пока местные, пока из Приморска, кто идет на колясках с детками, с колясками, вы их не увидели, да, но я всех вам покажу, да, пока местные выдвигаются на море. Ну, Киев есть, пока я спрашивал, так, киевляне, Львов, Киев, большие города, Харьков у них, Кирилловка, там свои моря и океаны, ну, пока такая ситуация. Орешка Продакшн с вами. Так, нюхните, какие цветочки. Розочки настоящие. Ой, прелесть. Я насладиться не могу пока этой всей красотой. Действительно, все чистенько. Ничего не торчит здесь, по крайней мере. Это платан. Платан. Дерево платан. Почему платановая аллея? Раз платан, два платан, три, четыре, пять, шесть. Платан. Они есть. Но по правилам трогать эти деревья нежелательно. Нежелательно. Так как, видите, они без коры какие-то есть. Тут течения подводные, природные. Поэтому желательно эти деревья не трогать. Это опасность и есть защита этих деревьев. Защита. Для человека это, говорят, не очень хорошо, но это все теории, домыслы, теоремы, поэтому пока. Так, такая есть информация, платан. Ну, достаточно, так? Порционально Орешка будет для вас снимать видео. Пока я восхищаюсь, конечно, я не могу успокоиться этим всем. Я это все вижу, ощущаю, чувствую, мне это очень приятно. Аппаратура сегодня заиграет. У нас свежая, новейшая музыка. Я сделал подборочку. Там и Лобода, там много-много всего есть. Неизвестные артисты Украины, всех стран. Поэтому, в общем, приезжайте. Вы на месте ждем. На море еще не был. На море не было. Это репортаж будет через дня 3-4. Пока здесь есть работа. Организация всего праздника, всего отдыха. Поэтому пока работа здесь есть. И хватает. Так, ждем Пашу. Максим, да, наш друг из Арциза тут уже появился. Мы знакомимся с кухней, со всеми ребятами, кто тут есть с нами. Поэтому, так, тут шелковичное дерево было хорошее. Есть шелковица.
Так, ну что, на этом давайте, дорогие, да? Вот такой Приморск сегодня. Турбаза была. Паша, ну я жду, что там? Всем прекрасного, хорошего настроения. Давайте еще здесь покажу, как выглядит у нас стояночка для автобусов. Беларусь, вот именно тут автобусы останавливались. Я привык видеть ваши двухэтажные автобусы из Могилева. Омега-тур. Оксана Леонидовна и руководство турфирмы. Пожалуйста, ждем. Так, сейчас посмотрим. Паша привлек, да, ну тут необходимо 2-3 руки, потому что так очень сложно. А, есть ребята, Арцисар. Вы тут все друзья, братья тут. А, Паша, походу, знакомим. Ну, ребята, первый год, да, еще? Володя. Максима мы знаем, Володя. Все, Володя себя уже увидит на видео, у меня хорошие обзоры, поэтому это не просто все так, Володя, да. Ты уже станешь популярен. Ты популярный, давай помогай. Знаешь, какой тебе девушек будет, Володя, завтра? На пляж выйдешь, арбай, как сбегутся, арбай. Что не сможешь отбиться. Арбайт, делай время, потехи час. Все, дорогие, да, мы за работу. Музыка должна играть, звучать, правильно? Музыка – это наше счастье, здоровье также. Музыка зазвучит, да, жизнь пойдет. А Максима не было, да, где-то работы? Нет. Или отдыхая? Ну, мучить, конечно. Море. Арцисс, да? Володя, откуда ты родом? А? Откуда ты родом? Откуда ты? Красное? Да. Это где такое Красное? Тарутинский. Какой район? Тарутинский. Тарута. Есть, Тарута, мы знаем эти районы. Хоть я из Винницы, вот Паша из Киева. Арцисс, Тарута, Татарбунары, Тарыбары. Тили-тили тролливали. Все, мы начинаем работать. И на этом наш репортаж плавно подходит к концу. Всем хорошего настроения морского. Приезжайте, спешим. Все на море, упаковываем сумки.